Чиновники Мариэл показали свое мастерство и сноровку. В Вишкар-Оле прошла спартакиада среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Мариэл. На спортивных объектах они состязались в различных видах спорта. У кого это получилось лучше всех, знают мои коллеги. Как всегда, спартакиада вновь стала большим спортивным республиканским праздником. Зародившаяся в 2006 году, она сохранила свои традиции и до сих пор не потеряла актуальности. Я был тоже главным судьей этой спартакиады и считаю, что, в общем-то, все сделано было правильно. Правильный был акцент в массово-оздоровительной и спортивной работе. Она не потерялась нигде, она развивается. Если раньше была одна группа, сейчас четыре группы там. Вот, федеральное министерство, местное министерство, силовые органы, гражданские органы федеральные. Вот, так что все развивается. Первыми в борьбу за лидерство вступили работники муниципальных образований республики. Они показывали свое мастерство и сноровку в волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, а также плавали и сдавали нормативы комплекса ГТО. Конечно, победителями стали не все, но позитивный настрой остался. Ты понимаешь, что есть плечо, есть поддержка. И с ребятами, которыми мы уже еще только недавно познакомились, мы уже чувствуем, что мы действительно какое-то братское общество. Соревнования интересные, вполне доступные. И поэтому мы с радостью в них участвуем. В эти два выходных дня мы имеем возможность встретиться со своими коллегами, работниками муниципалитета всей нашей огромной республики. По итогам спартакиады в общекомандном зачете победительницей стала команда «Звезда» Звениговского района. Серебряным призером Сернурский район и бронзовых наград удостоились представители Волжского района. В предстоящие выходные эстафетная палочка спартакиады перейдет командам республиканских и федеральных органов исполнительной власти Республики Мариэл. Ирина Дюкова, Иван Николаев, Вести Мариэл, Вишкар-Ола. И на сегодня это все. Эфир телеканала «Россия» продолжают новые серии сериала «Тайны следствия». А с вами была Вера Чтова. Хорошего вам вечера.